уважаемые коллеги и гости! Сегодня мы проводим ежегодный конкурс профессионального мастерства учителей-логопедов образовательных организаций Центрального округа «Учитель-логопед 2017». Конкурс – это всегда праздник. Это возможность громко заявить о себе, поделиться открытиями и впитать опыт других. Все выступления на нашем конкурсе будет оценивать профессиональное жюри. Уважаемые коллеги и гости, разрешите представить жюри. Учитель-логопед детского сада «Красная шапочка», победитель конкурса «Учитель-логопед 2016» Дрожжина Юлия Сергеевна. Учитель-логопед Жигулевской психолого-медико-педагогической комиссии Махова Марина Владимировна. Старший методист Жигулевского ресурсного центра Савушкина Лариса Владимировна. Руководитель структурного подразделения детский сад «Вишенка» Реброва Елена Геннадьевна. Председатель жюри, заместитель руководителя управления социального развития администрации городского округа Жигулёв Павлова Ольга Николаевна. Итак, начинаем. Жесток и беспощаден был тот Бог, своих детей пожрал не глядя. Великую победу одержал тогда я. И в честь событий тех великих велел устраивать я игры. Еще до старта далеко, далеко, далеко проснулась Москва. Посредине праздника, посреди земли. Ах, так шагает широко, широко, широко по восторженным улицам королевы плавания, бог стороны. А вот одна особа есть, логопед зовется. Шесть мастеров того искусства знаю, и вам представлю я шестерку эту. Но только лучший из шести сегодня должен одержать победу. Достойнейший богов, он на Олимп подняться может. Она всегда за все берется сама. Она понятна, но при этом загадочна. Ежегодно меняются дети. Речевых нарушений не счесть.
технологии, игры, проекты. Результаты отличные есть. Победители конкурсов многих, и чтецы, и поэты растут. В результате трудов скрупулезных в школу с чистой речью идут. Дам я ответ, поможет вам мой дельный совет. Рекомендации мои выполнять, задания на слоге закреплять. Логопедическая для вас игра, я разработала ее сама. Задача у нее не одна, вариативная она. Игра поможет ребенку понять структуру слова. Возникает часто. Достигла в конкурсах значительных побед. Профессионал она в своей работе. Речевые трудности ей по плечу. И звук исправит, и речь поправит. Я здесь, я к вам уже спешу. Пойду смотреть, кому же мне помочь. Всем говорить, порою же не мочь. Позвольте вам бесплатно свою помощь предложить. И вам не боль, и все довольны, и легче станет жить. Девушка, представьте, пожалуйста, вас как? Андрей Николаевич. Очень приятно. Вот вы согласны проверить свою речь? Проверяем свою речь с помощью старого проверенного метода. Методов скороговоров. Вам нужно просто повторить скороговорку, запоминайте какую. У крошки матрешки пропали сережки. Сережку нашел на дорожке. У крошки матрешки пропали сережки. Сережка матрешки пропала сережки. Невнятная речь. Иди, все плохо. Диагноз. Вас работа довела. Меня прям судьба к вам привела. Я уверена, знаете, почему я вам подошла? Я уверена, что вы меня не подведете. Вас я увидела на дрожжах. Вам достается скороговорка. Запоминайте, какая. За поселком и проселком полюбила перепелка. Перепелка лицо, перепелка перепел. Не удивляйтесь. Пробуем. Что там случилось с перепелкой? Давайте еще раз полюбнее. За поселком и проселком полюбила перепелка. Перепелка лицо, перепелка перепел. Пробуем. На сцену приглашается финалист конкурса «Учитель-логопед-2017», учитель-логопед детского сада «Теремок» села Александровка Тиханова Татьяна Михайловна. Представить учителя, как и в детском саде, его Михаил Татьяна Михайловна.
Мне очень-очень приятно с вами познакомиться. Когда я была маленькой, мои родители видели меня театральной актрисой. Да, я посещала драмтуру, играла там разных кошечек, собачек. Фи, это было так скучно, но умение перевоплощаться и примерять на себя новые роли очень помогло мне в будущем. Я решила и пошла учиться. В течение 4 лет, без праздников и выходных, лексика и грамматика, дыхание и фонация, на завтрак калорея, на дизартрия, на обед. Спать хотелось ужасно, но я таки прогрызла свой гранит науки. И вот он, долгожданный диплом. Здравствуй, детский сад. Я решилась, пошла учиться, гранит науки прогрызя. Профессии достойно до уж, и вот сейчас ты здесь, звезда. На сцену приглашается финалист конкурса «Учитель-логопед 2017», учитель-логопед детского сада «Вишенка» городского округа Жигулевск, Калинина Галина Ивановна. Большой педагогический юбилей, и я предлагаю поздравить ее необычно. Ну, давайте я вам на это помогу, да? Помогите, пожалуйста, нанесем к ним в кабинет и стоим сюрприз. Доброе утро, Лариса Петровна. Доброе утро. А вы не забыли, что у вашей коллеги сегодня такой большой день? Не забыла. Я хотела ее поздравить. И я хочу поздравить. Давайте все вместе сделаем ей большой сюрприз. Я для этого даже пригласила родителей, с воспитанниками которых она занимается. Елена Валерьевна, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну что, я думаю, мы сейчас приготовимся, пока Галина Ивановна подходит к нашему кабинету. Сегодня у меня особый день. Я отмечаю педагогический юбилей. Подумать только, 30 лет. 15 лет была я воспитателем. 15 лет уже учитель-логопед. Как быстро годы пролетели. А кажется, буквально лишь вчера закончила я педучилище и на работу в детский сад пришла. Но лишь годами поняла, что воспитатель – это не работа. С детьми быть рядом – это жизнь моя. Терпение и творчество, уборство и победа. Вот главные этапы в работе логопеды. Полины, Влады, Вики должны заговорить. Ведь от меня зависит, быть ли или не быть. Идешь, бывало, с сумками, а язычок крепком, или лошадкой цокой, а губы хоботком. Вдруг затрещишь моторчиком раз несколько подряд и ловишь настороженных, идущих мимо взгляд. Так день за днем. То вверх, то вниз слетает язычок. Работать так настойчиво из вас не важно. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады вас приветствовать на шоу-программе «Человек-невидимка». Сейчас я нахожусь в тайной комнате, и сегодня в роли человека-невидимки человек, который считает, что сначала появился звук, а благодаря развитию мелкой моторики появилось слово. Его имя с греческого переводится как «благодать». Кто же это? Скоро мы узнаем. Но прежде давайте познакомимся с суперкомандой шоу «Человек-невидимка». Да, Кустов, шаман. В его арсенале поющие чаши, магия растений, карты Таро и даже магическая кулинария. Мария Пугачева, психолог. По рисункам и психологическим тестам способна рассказать о человеке даже то, что он сам о себе не знает. Виктор Калпутин, криминалист, судмедэксперт высшей категории, доктор медицинских наук. Это Шерлок Холмс наших дней, от которого не укроется ни одна мелочь. Наши эксперты не будут слышать обсуждения друг друга и комментарии человека-невидимки. Посмотрим, смогут ли они догадаться, кто находится в нашей тайной комнате. Да, я коренная жительница города Жигулевска. Здесь я родилась, пошла в детский сад,
закончила школу, получила первое профессиональное образование. И здесь я продолжаю жить и работать. Мария, что досталось для изучения вам? Мне для изучения достался рисуночный тест. И человек-невидимка характеризует себя как достаточно заботливую мать. Но только непонятно, вот эти вот рожицы, эти вот маленькие птенчики, то ли это ее дети, то ли это приближенные какие-то дети. Вот с этим пока у меня сомнения возникают. Ну, это, конечно, однозначно женщина. Я думаю, женщина. Писать ей приходится много. Далеко не медик, не медик. Но учитывая, что она очень быстро ориентируется в происходящем, я думаю, что это педагог, ну, или секретарь. У меня все. Пожалуй, с ней я соглашусь. Оптимизм, целеустремленность, вера в собственные силы – это те качества, которые мне помогают в моей работе. А писать мне приходится, конечно же, много. Статьи в газеты, журналы, на сайты. Заполняю различную документацию. Ах, этот мир прекрасен. Уважаемые гости, коллеги, однажды, когда я была маленькой девочкой, со мной произошел очень интересный случай. Ой, здравствуйте! А вы кто? И что это за необычное дерево? Здравствуй, Леночка. Я волшебник, который помогает делать выбор в жизни людям. Тебе нравится это дерево? Конечно. Мне бы очень хотелось рассмотреть его необычные плоды поближе. Это дерево, Леночка, называется логопедия. И если ты выберешь именно его, то узнаешь, что значит быть учителем логопедии. Ой-ой, лиси, вы добрые молодцы, добрые молодцы, да красные девицы. Ныне сказ пойдет непростой у нас познавательный. Разобраться б хотелось, други милые, кто ж таков он есть, этот логопед. Во первых строках сказа этого я отметить хочу, что учитель он. Значит, речь его должна быть чистую. Должна быть чистую, безупречную. Паразитных слов я, как логопед, допустить не могу ни в коем случае. Чтобы речь свою совершенствовать, я, к примеру, выступателю. Во народ ходить с докладом-то – дело нужное, дело важное. Ох, как на семинары да на конференции любит наш народ, собирайтесь. Вон как все слушают, пораскрывши рты. Все стараются, не отвлекаются. Thank you.
мозгов, особой крепостью он должен обладать. Но сила мышц и тело красота в той схватке зла с добром его не защитят. О душах и о бренности земной, о красоте душевной и о Боге напоминать должны мы людям постоянно. О, Дионис, о, сын, спасенный мною, откроешь ты для людей искусство, чтоб век людской казался им не в тягость. Здесь и любовь, и ненависть, и счастье. Приветствую тебя, сестра. О, Нимфомена, родитель ты мудрость, вся наша жизнь – театр, а люди в нем – актеры. Приветствую тебя, мой друг. О, Калиопа, эпической поэзии ты мудр, рассказываешь ты людям о героях, слагаешь песни ты о них, легенды. Приветствую тебя, сестра. О, Клио, истории ты муза, историков веках ты вдохновляла. Известно, кто истории не знает, тот будущего не познает никогда. Приветствую тебя, мой друг. О, Эрата, любовной лирики ты муза, огонь в сердцах людей рождается тобою, ты людям даришь счастье. Приветствую тебя, сестра. О, море гимне, ты муза гимнов, слагаешь гимны, оды и баллады, хвалебных песен льются водопады. Приветствую тебя, мой друг. Уране, ты муза астрономии, ты в человеческое сердце заложила любовь к ночному небу и светилам. Мечтая, человек свой взор возносит к звездам. Приветствую тебя, мой друг. О, Терпсихора, муза танцев, ты воплощение чувств поэзии рожденных, и сами человеку помогает открыться всем сердцам навстречу. Приветствую тебя, сестра. О, Талия, комедии ты муза, смешишь и веселишь ты лед уставший, улыбку даришь, скуку развиваешь. Приветствую тебя, сестра. Чтобы голубей гонять, а у девочек скакалки будет просто не отнять. Только как же их заставить буквы, слоги повторять, как веселье и учение научить объединять. Мы ждали всю неделю, когда удастся нам скатить на карусели.
что-то вдруг произошло. Классные, не соглашались, не согласны все равно. Как слова нам не составить, смысл нам их не понять. Помогите карусели, буквы наши разобрать. Классные, один по красным будет карусель подать, а согласных только в синих, чтобы хаос. В главной роли учитель-логопед Тиханова Татьяна Михайловна. Водевиль. Вид комедии. Положение с песнями, куплетами и танцами. Произведением присуще задорное веселье, злободневное отображение действительности. Для кого-то роль Отелло и желанна, и прекрасна. Только я другое дело, водевиль моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III ничуть не интересен. Больше всех люблю на свете водевиль, где много песен. Логопедическая ЛАДО!
И логопедическая натура – это не просто развивающая и обучающая игра, которая уносит нас в мир звуков и букв. Она еще увлекательна и чуточку азартна для всех тех, кто хочет с пользой провести время в кругу семьи, близких и родных, взрослых и детей. Наш девиз – играем, учимся, развиваемся и просто хорошо проводим время. Прежде чем приступить к игре, давайте познакомимся с правилами. Так что же говорят нам правила? Спросим у игроков. Побеждает тот, кто первым закроет все 5 букв одной строки. Прежде чем закрыть букву, необходимо подобрать слово, начинающееся с нее. Ну а если не подобрал слово, тогда пропустим букву. В нашей игре будут также присутствовать интеллектуальные паузы. Будьте внимательны. Они помогут нашим игрокам заработать дополнительный балл и получить звание «Умница». Готовлю буквы, схемы и таблицы, и все пустую. Ох, меня уж извините, но в толк никак я не возьму все ваши закорюки. И буквы эти просто так писать, тоска зеленая. А схемы эти, как зануды, мне бы поиграть. Божественные силы, как же сделать так, чтоб облегчить моменты обучения? Кажется, я знаю, в чем причина. Наука обучать детей письму, помочь освоить грамоты науки, столь сложна, что требует немало сил, потраченных Еленой. А как же интернет? Да что ты! На него надежды нет, лишь засоряет разумом ненужными книгами. Жених найдется, да и Маша не уймется. И немедленно
час сам и издан был указ. Женихов недолго ждали, ко дворцу понабежали и красавцы, и кривые, и хромые, и рябые. Не сочтем мы все их беды, утверждают логопеды. Машеньку принарядили, бровки, глазки начернили, и на шее шура. В общем, полная шура. Первый номер, заходи. Натуральный бандит, на всю страну такой один. И молодой, и заводной, и знаменит, и холостой. Натуральный бандит, на всю страну такой один. И щенцы прямо я звезда, мы будем вместе навсегда. Будем вместе навсегда. Ах, какая краса девица, не могу я не влюбиться. Еремей звать меня, ты возьми меня в зятья. Ближе к делу, Еремей, накажу тебя ей-ей. Чтоб звуки извлекать, надо правильно дышать. Воздух через нос вдыхаем, через ротик выдыхаем. Пробуй, Маша. Вот и результат один. Чтоб было интересней, мы сейчас с царевной вместе будем пузыри пускать. Заниматься, так сказать. Видишь, сколько напускал? Значит, правильно дышал. Пробуй ты душа делить, пузырями спалить. Мне больно, в глаз попало. Дай мне папа покрывало. Мне в царство глазницу влепить с ресницы. И ритмей меня в тюрьму, посади его в тюрьму. Унеси его в темницу. Может, мне приходить, что потом опять учиться? Единственная моя. Разобьешь моторику, сможешь таратолить. Будешь складно говорить, сможешь всех ты удивить. Прям смотри, какой парень. Ты тут что, а такой один? Мне скажи, зачем моторы? Мерседесов у нас горы. Да не моторы, Маша, нет. Пальцы рук. Вот в чем секрет. Это как? Это я не знаю. Я вас прям не понимаю. Да что мне пальцы-то ломать, фишки как не завязать? Женихов должна я бросить и веревки здесь вязать. И мне вообще не интересно, а себе в темнице место. Уйди, в темнице. Единственная моя. Маленька, берись ты и записывай все ты. Как приедут ко мне сваты, буду я вязать банты. Закрой глаза, потрогай.
Ну, какая мне, скажи? Мягкая и гладкая. Может, она сладкая? Арбуз! Хочу арбуз! Прям чувствую я вкус! Звук начальный. А в арбузе? Ох, наешься ты арбуза. Хочешь, Машенька, арбуз? Угу. Пробуй только ты на вкус. А как? Замочек вниз тяни, в кармашке дольку ты найди. Ой, арбуз! А пахнет как! Ты не получишь так и так. А теперь смотри сюда. Найди скорее здесь букву А. Вот она, нашла, смотри. Сколько же предметов? Три. Две палочки длинные, одна короткая. Ну, та час ты молодец. Вновь за мной повтори. Я очень старался. Да нет, там отклоняюсь. Не старался ты нисколько. Нужно коротко и только. Ну да ладно, вот тебе. Молодец, скажу тебе. А теперь закрой глаза. Ну, на ощупь какова? Жесткая, колючая, очень даже злючая. А теперь смотри сюда. Что это? Это пчела. И не зря скажу, а в дело эта пчелка прилетела. На звук пчелы начала, и она в беду попала. Ты ее освободи, на свободу отпусти. Ой, смотри, пчела летит, да она еще звенит. Ты, Маруся, не забыла, как буква П-то выглядит? Нет, ты что, я что же, глупо? Здесь-то есть такая буква? Есть. Ну, что-то не пойму. А, я ее переверну. Молодец, скажу тебе. А теперь? Ну, Мария, ты даешь. Карандаш теперь берешь. Ты в окошке не спеши, большую букву П пиши. В нашем конкурсе в этом году приняло участие 20 человек. Вот 6 человек у нас вышли в финал, соответственно, 14 человек – это участники конкурса. И по положению о конкурсе, да, они получают сертификат участника. Ну, вот сейчас мы их и вручим. Сертификат участника конкурса «Учитель логопед года 2017» получает Андреева Светлана Евгеньевна, учитель логопед детского сада «Радуга» городского округа Жигулевск. Муханова Елена Камильевна, учитель логопед детского сада «Радуга» городского округа Жигулевск. Артемихина Анастасия Александровна, учитель логопед детского сада «Снежок» городского округа Жигулевск. Саатян Татьяна Владимировна, учитель логопед детского сада «Иволга» городского округа Жигулевск. И одновременно Крапына Людмила Петровна, учитель логопеда детского сада «Иволга» городского округа Жигулевск. Уважаемые коллеги, дорогие гости, учителя логопеды, конкурсанты, финалисты, лауреаты, все, кто сегодня присутствовал на таком большом конкурсе профессионального мастерства. Вы прекрасно знаете, что педагог – это звучит гордо. И сегодня мы все в этом зале увидели на самом деле профессионалов, которые любят свое дело, любят детей и всю душу оставляют в тех маленьких сердечках, учат их, готовят. Речь становится чистой, красивой. Я думаю, что сегодня вы действительно увидели тех учителей, которые победили, стали лауреатами. И я думаю, что имя учитель-логопед – это звучит гордо. Дипломом награждается лауреат окружного конкурса профессионального мастерства учителей-логопедов образовательных учреждений Центрального округа учитель логопед 2017 Тиханова Татьяна Михайловна, детский сад «Снежок» Клара Александровна. Дипломом лауреата
лауреата награждается Пенькова Анна Владимировна, учитель логопед детский сад «Радуга» городской округ Жигулёв. Дипломом лауреата награждается Калинина Галина Ивановна, детский сад «Вишенка» городской округ Жигулёв. Награждается Боровая Елена Владимировна, занявшая третье место в конкурсе «Учитель логопед 2017». Уколова Ольга Анатольевна, детский сад «Яблочко», занявшая второе место в конкурсе «Учитель логопед 2017». И дипломом занявшая первое место награждается Волкова Светлана Николаевна, учитель логопед детского сада «Дружные ребята» городской округ Жигулёв. Павлова Ольга Николаевна, она просто не смогла присутствовать до конца, и поэтому делегировала мне полномочия вручить небольшой тоже сувенир от администрации городского округа Жигулёв. Здесь памятный, в общем-то, в связи с празднованием 65-летия городского округа Жигулёв, календарь, книга о Жигулёвске и небольшой презент от Национального парка «Самарская Лука». Это все Светлана Николаевна.